Итак, давайте окончательно завершим тему iOS 7. iPad 3-го поколения, стоит iOS 6.1.3. Придется поставить семерку, обновиться, показать вам. Насколько я знаю, Apple уже запретила официальный откат, то есть до 6.1.3, 6.1.4 откатиться не получится. Единственный момент, если вы сохранили SH, скажем так, кэш, да, вашего девайса, то возможно что-то получится. Не пробовал, честно. Тест, который я показывал на iPad mini, давайте мы его посмотрим на iPad 3-го поколения. Как видите, небольшое запаздывание есть у нас, но при этом сенсор продолжает работать, то есть не подвисает. При этом достаточно быстро я нажимаю. Почему это обнаружилось? Очень просто. Забыл, в каком меню что находится, и просто стал быстро пролистывать и смотреть, где данный пункт. То есть столкнуться с этим вполне возможно. Но вы убедились, да, что не шикарно работает, конечно, но все равно более-менее с небольшим запаздыванием, но работает. Ну и пока не обновился, давайте обои. Стандартные обои, ну, поставим джинсы. Оба экрана. Все, обои стоит. Итак, iOS 7, iPad 3. Давайте проведем тот же тест абсолютно. Также попереключаем. Как видите, результат у нас возможно то, что в почте есть еще Gmail аккаунты, но как бы я не могу удалить почту Gmail аккаунта, потому что они мне нужны. Ну, вы поняли разницу. Теперь давайте проведем тест. Сейчас он успокоится. Даже не тест, а просто поменяем обои. Стандартные. Вверх тут подлагивает скроллинг, причем очень заметно. Давайте, что мы можем поставить? Давайте цветочки. Нажали. Ждем. Оба экрана. Нажал. Ждем. О! Установили с собой. Приложение Downcast. Немножко подлагивает. Чуть-чуть дольше открывается клавиатура. Чуть-чуть запаздывает переключение.
наконец-то. А нет. Ну, скроллинг в App Store подлагивает, это стандартно. При этом я вам показывал, как это все дело на iOS 6. И, поэтому, и еще, кстати, что я говорил, что почему-то надо несколько раз иногда нажимать. Сенсор просто перестает реагировать на касание. Не знаю, чем это связано. На всех устройствах. Spotlight. Ну, секунды две. Не знаю, что еще показывать. Анимация открытия подлагивает. Сворачивание, как видите, как-то некорректно. То есть фон отрабатывает. Папки подлагивают. Один лаг прошел, сейчас уже более-менее вот открывается. Spotlight, соответственно, второй раз уже быстро открывается. Так у нас открывается приложение. Сворачивание подлагивает. Parallax эффект отключен на рабочем столе, то есть он не трехмерный. Поворот экрана, ну, вы сами прекрасно видели, как он рывками. Вообще-то, по идее, должен плавно. Ну. На камере ограничение 30 FPS, глаз больше это замечает. Ну, в общем, очень и очень заметно, что... Ну и iPad 4 тоже глючит, в некоторых моментах чуть меньше. Ну, я уже, мне уже надоело это все смотреть. Еще и iPad 4 где-то искать, брать. Ну, возможно, подправить в следующих версиях iOS. Ждать, смотреть, надеяться. Ну, скорее всего, выпустит iPad 5, iPad mini 2. И там будет, как на iPhone 5, 5s, более-менее все быстро. А iPad 3 и iPad 4 у нас станут тормозами. И такими и останутся. При этом в iPad 3 у нас отключены эффекты. То есть там размытие фона, просто полупрозрачная панелька, то есть без всяких цветовых оттенков. Также черный цвет без, как видите, иконки на заднем фоне не размывает. То есть эффекты отключены все. Ну, видимо, iOS 7 такая прям для отрисовки своего плоского интерфейса требует просто немеренной вычислительной мощности, что iOS 6 хватало, а тут даже поворот рабочего стола вызывает вот такие вот рывки. Ну все, всем пока.